Seriously. Если у них такие реакции на плакаты. Музей SM-Town, получается, здесь есть секции про каждого артиста SM, который тут когда-либо был. Там выставлены их альбомы, их история. Вот тут мы можем наблюдать костюмы, которые были на артистах. Это костюмы Red Velvet. Эру Power Up. Да, Эру Power Up. И вот мы с вами попадаем в сам SM-Town музей. Стой, это удивление на их лицах. Я их не видел такими удивленными и одновременно испуганными никогда еще, по-моему, со всех съемок шоу. И мы пришли. Мы сразу попадаем в зал, в котором выставлены альбомы. Альбомы разных групп. Итак. Шайни! Ой, у меня руки дрожат. Живой мешок? Не живой. Картонный. Я держусь. Вероник, ты что, платишь? Вы посмотрите, какие они тут школьники. Я держусь. Я не заплачу. Они все такие маленькие. Какая самая любимая твоя группа в СМ? Шайни, Red Velvet, NST, EXO, все. Все. А если выбирать одну? Это очень сложно. Вот прям вот одну. Shiny NCT EXO Red Velvet. Понятно, смотри, ты уже второй раз первый называешь Shiny. А какой у тебя их самый любимый вот камбэк? Релиз. Что? Какая песня тебе нравится больше всего? Tell me what to do. Tell me what to do. Вот это мне нравится. Давай найдем этот альбом, посмотрим его поближе. Да. Вот это, вроде. Блин, все, у меня глаза разбегаются. Подождите. Мне стрясется. Если мы быстро походите, посмотрите, что вам понравится, сейчас поснимаем. Дальше мы сюда еще можем вернуться. Это FX. Группа дебютировала в 2009 году, состояла из Виктории, Эмбер, Кристал, Соли и Луны. Вот. Выпустили миллион шикарнейших моих любимейших песен. Вот они у меня даже вот здесь на чехле. Я безумно люблю FX. И я очень рада, что я стою сейчас рядом с их стендом здесь. Просто. А кто твой бес? Кристал. Кристал? Ну, по классике. А почему? Мне нравится ее холодная аура, притягательная. Мне нравится, как она танцует и поет. Ну что, ребят, потрогали, посмотрели свои любимые альбомы? Да. Давайте пойдем дальше на это, потому что этаж не заканчивается. Да. Посмотрите, здесь их хиты в порядке хронологии. Да, альбомы. Боже, это так круто. А вот это, вот эти микрофоны, кто знает? Это. Так, давайте я над вами чуть-чуть поиздеваюсь, и в экзозону мы не пойдем. О, Шайни! Нет, сюда мы просто обязаны зайти. Блин, как круто! И наконец-то Гана сломалась и пошла к стене. Я потрогаю. Нет, нельзя. Почему? Я же меня пальчиком потрогала. Написано, нельзя трогать. Нельзя трогать. Married to the magic. Music. Married to the music. Извиняюсь. Смотрите, а что это? Это AR-зона? Хотите сделать фотку? Да. Да? Раз, два, три. Эй, слева. Еще раз давай. Еще раз. О май гад.
Ребята, разрешите представить вам Тэмин. Мы их видим. Он что-то думал на сюда. Тига, уже очень больно. Вы же не знали, что он придет? Вы знали, что вы догадывались, что кто-нибудь придет? Они все плачут. Разрешите вам представить победителей реалити-шоу K-Pop Artic Camp. 네, 아 일단 그 우승했다고 네네. 한 거 너무 축하드리고 이렇게 또 제가 조금이나마 여러분들한테 또 이제 응원 메시지를 그러니까 뭔가 축한다는 얘기를 하고 싶어서 왔거든요. 아 너무 축하합니다. Так, мы сгораем от любопытства, чтобы с вами пообщаться, от нетерпения. Мы бы хотели задать вам некоторые вопросы. Не ответите на коротенькое интервью, пожалуйста. Да. Правда? Пойдемте. Идем. 질문 한 개 준비되었는데 네. 지금 감동이 너무 많아서 거리 말이 Прежде чем мы начнем, хотели бы передать вам небольшой подарок от канала MTV и от нас. 저 오는 거 몰랐다면서 어떻게 선물을 준비했대요? 우리 готовы ко всему. Мы всегда готовы. 다 준비되어 있습니다. 감사합니다. 스파시바. 안녕하세요. Для кого-то вы являетесь примером для подражания и образцом идеального человека. Есть ли у вас хубэ, о котором вы можете сказать, что я действительно им горжусь? 아, 후배 중에 일단 이제 제가 뭐 감히 누구를 이제 막 품평하거나 이럴 이제 정도는 아니지만 그냥 개인적으로 되게 애정이 또 많이 가고 눈여겨보는 친구가 있는데 그 NCT의 텐이라는 친구가 되게 좀 매력이 있고 너무 뭐랄까요 벌써부터 자기 색깔을 확고하게 찾아가는 모습이 너무 멋있었어요. 안녕하세요. 안녕하세요. Планируете ли вы мировой тур сольный и хотели бы вы приехать в Россию с концертом? 저희가 사실 제가 샤이니로 러시아에 간 적이 있었어요. 되게 예전에 이제 방문을 해서 그때도 이제 러시아의 팬 여러분들께서 기다리고 계신다라는 얘기를 많이 들었었는데 사실 지금까지 이렇게 공연을 따로 이제 간 적이 없는 것 같아서 일단 너무 죄송하고 정말 빠른 시일 내에 저라도 먼저 러시아를 가서 여러분들 팬 여러분들을 만나고 그다음에 멤버들을 데리고라서 꼭 멤버들이 다 같이 모였을 때 또 러시아에서 공연을 꼭 하고 싶어요. 감사합니다. Мы подготовили маленький кусочек танца вашей песни Move, и мы бы хотели вам показать и услышать ваше мнение. Вау, 진짜요? 제가 평가를 막 할 정도는 아니지만, 네, 막 보여주신다면 너무 저는 감사하죠. 네. 반듯한 자세가 흐트러진데도 괜찮은 날 똑바로 봐. Oh yeah, 어두운 조명 아래 또 시작되는 move 우아한 손짓 은근한 눈빛 투명한 창가에 넌 빛살아내는 move 묘한 그 느낌 아찔한 끌림 어두운 조명 아래 날 사로잡은 move 우아한 손짓 은근한 눈빛 무브를 할 줄 몰랐네요. 네, 와. 감사합니다. 일단 너무 감사, 너무 신기한데요. 어떻게 이걸 연습을 해가지고? В России очень любят Тэмина. Мы преподавали этот танец детям в наших K-pop лагерях на проекте в культурном центре, и поэтому танец мув знают практически каждый K-popper. 와, 일단 춤이 너무 일단 이렇게 서로 팀인 것처럼 너무 잘 맞고 애티튜드의 그 표정이 딱 음악이 나오는 변하는 게 와, 저는 소름이 돋았어요. 그리고 각자 이렇게 너무 매력적인 이제 각자의 개성과 이제 이렇게 좋게 저의 노래를 또 커버해 주셔 가지고 감사하다고 얘기해 주면 Спасибо. Однажды вы сказали, что могли съесть 2 килограмма мяса за один присест. Мне интересно, вообще это возможно, и как вы это сделали? И это наш первый визит в Корею, поэтому могли бы вы нам, пожалуйста, посоветовать свои любимые корейские блюда? 이게 지금 나면 안 될 것 같고 지금 진짜 많이 먹을 때 그렇게 먹었었어요. 그런 거 있잖아요. 이제 뭔가 너무 배가 고파서 양 많은 양의 고기를 구웠는데.
남길 수 없는 상황이 되었어요. 그래서 이걸 다 먹어야, 그러니까 다 먹, 그러니까 남기기 아까워서 이렇게 억지로 다 먹었던 기억. 아, 추천할 수 있는 한국 음식이랄까, 뭐가 좋을까? 짜장면. Прежде всего советую чжаньмян, да. 네, 그게 정말 한국에서밖에 먹을 수 없는 특유의 맛이 있어요. 드셔본 적 있나요? Вы попробовали его уже? 아니요. 아, вот для тех, кто хочет выучить корейский язык, может быть, у вас есть какое-то самое ваше любимое корейское слово или корейское выражение, чтобы мы знали и чтобы мы начали именно с этого? 뭘 알려주면 좋을까? 이게 정말 어렵네요. 진짜 어려워요. 네, 아니요. 너무 이제 많으니까 일단 이렇게 기본적인 말들 다 하실 줄 알잖아요. 그래서 사랑해. 이거 알고 있을 거예요. 이거 다 알잖아요. 이거 좋겠다. 이제 앞으로 뭔가 더 이제 제가 봤을 때 이제 공연 같은 걸 더 하실 수 있는 분들이잖아요. 그러니까 응원 부탁드려요. 이렇게 얘기하는 거. 한국에서 하면 이제 되게 사람들이 좋아할 것 같아요. Во время съемок нашего шоу нам часто приходилось выступать на сцене. И мы очень-очень сильно волновались. Как вы справляетесь с своим волнением перед выступлением? И, может быть, есть у вас какие-нибудь секреты? 일단 정말 저도 솔직하게 말씀을 드리면 경험이 많아야 어쩔 수 없이 많이 해봐야 긴장감도 많이 사라지는 것 같은데 이제 나중에 또 제가 느끼는 거는 무대에서 실수하면 좀 어떨까라는 생각을 해요. 어쨌거나 모든 것들을 완벽하게 보여주는 것도 중요할 수도 있겠지만 되게 그 사람의 솔직한 모습? 긴장하는 모습마저도 되게 오히려 사람의 마음을 움직일 수 있는 것 같아요. 응원으로서 그냥 뭔가 실수에 대한 두려움을 좀 버리면 긴장을 좀 덜하지 않을까. 네. На съемках клипа Want вам пришлось работать со змеями, и мы узнали, что вы их сначала побаивались, но потом они вам показались очень даже милыми. 일단 진짜 그 뱀 뭔가 동물을 안 무서워요. 잘 그러니까 뭔가 어쨌거나 되게 동물을 좀 좋아하는 편인 것 같고 제가 벌레는 좀 싫어하는데 근데 동물을 일단 무서워하지 않아서 어쨌거나 이제 거부감이 든다고 한다면 저에게 위협을 가할까 봐 그런 것들이 있는데 의외로 되게 제가 조심하고 오히려 좀 천천히 다가가면 괜찮은 것 같더라고요. Но есть ли что-то такое, чего бы вы никогда не стали делать на съемках клипа? 아 저는 생긴 그러니까 이게 아 맞아 있어요. 그러니까 뭔가 제 그런 거 있잖아요. 뮤직비디오 촬영을 하면 거의 진짜 막 오래 찍을 때 48시간 찍을 때도 있었어요. 그러면 이제 이틀을 꼬박 찍는 건데 이러다 보면 조금 이제 체력도 떨어지다 보니까 내가 보여줄 수 있는 100%를 보여줄 수 없는 게 너무 아쉽더라고요. 그래서 뭔가 적절하게 체력을 나눠서 이런 걸 이제 꼭 해야겠다는 생각이 들었어요. 네. 그리고 여름에는 촬영하면 안 돼요. Кто-то хочет, чтобы их музыка делала людей счастливыми. Кто-то хочет, чтобы их музыка исцеляла людей. В каком ключе вы видите свою музыку? 뭔가 예를 들어 되게 뭔가 슬픈 노래를 부르더라도 그 말 같이 슬퍼할 수 있는 그게 위로가 될 때도 있는 것처럼 무언가 저로 인해서 사람들이 행복을 느끼기도 하고 또는 뭔가 슬플 때 그런 위로가 되기도 하고 뭔가 그런 순간들이 많았으면 좋겠어. 긍정적인 순간들이 되게 많았으면 좋겠다라는 바람이 커요. Немножко такой простенький вопрос. Как у вас получается так круто двигаться и танцевать? Есть ли у вас какие-нибудь советы, которые вы могли бы нам дать? 일단 그렇게 얘기해 주셔서 너무 감사드리고 일단 너무 어릴 때부터 너무 좋은 선생님들을 되게 잘 만났던 것 같아요. 그러니까 저한테는 그게 축복이었고 그런 분들을 통해서 스스로 되게 춤에 대한 애정을 갖게 되었던 것 같고 그런 것처럼 여러분들한테도 누군가가 그런 이제 동경의 대상이 꼭 있었으면 좋겠고 뭔가 그런 좋아하는 마음을 잃지 않는다면 언젠가 진짜 정말 좋은 춤을 추는 사람이 될 수 있지 않을까 댄서가 될 수 있지 않을까 생각을 해요. Когда вы готовитесь к новому альбому, к выпуску нового альбома, о чем вы думаете прежде всего? 일단 되게 또 늘 앨범을 준비할 때마다 새로운 걸 시도하고 싶어 했는데
이번에도 이제 앨범 다시 나올 때 보여드리지 않았던 이제 180도 좀 또 색다른 걸 좀 해보고 싶어요. 그래서 지금 되게 고민하고 있는 단계에 있고, 그러면서 되게 저로서도 스스로 성장해 나가야 될 방향성 같은 걸 찾고 있는 중이에요. K-pop индустрия растет очень быстро. И как вы думаете, каков ваш вклад в это развитие? 그게 저도 스스로 풀어야 될 숙제일 것 같은데, 뭐랄까요? 개인적인 바람은 아이덴티티가 되게 확실한 그런 이제 아티스트가 되고 싶다라는 게 있어요. 물론 제가 모든 장르를 정말 다 잘할 수 없는 것처럼 뭔가 특별하게 나만 할 수 있는, 나만이 낼 수 있는 색깔을 추구하고 만들고 싶다라는 생각이 되게 커요. Какие у вас эмоции от общения с нами? И что бы вы могли нам посоветовать, как наш санбэ? 일단 첫 번째가 이제 이렇게 우승하신 분들과 저도 만나게 되어서 너무 영광이고, 그리고 무엇보다도 제 무브를 커버를 또 이렇게 해서 보여주신 것 자체가, 그리고 뭐랄까 앞으로도 제가 이제 선배라고 해야 될까 그런 것보다 그냥 늘 저도 되게 누구에게나 되게 좋은 영향을 끼칠 수 있고, 저도 이제 여러분한테 영감을 받았던 것처럼 다른 사람들한테도 에너지를 받고 서로 이제 이렇게 서로 도움이 될 수 있는 시너지가 생길 수 있는 그런 것들이 많이 생겼으면 좋겠다라는 생각을 해요. 감사합니다. Не могли бы вы, может быть, напоследок сфотографироваться с нами? 아, 그럼요. 네, 네. Можно, конечно. Спасибо большое. Арислан. 네. 그치? 네.